Уважаемый полицейский обладает таким набором устойчивых привычек, что программировать его действия в той или иной ситуации не составит никакого труда. Да? Хотите попробовать? Нет, пожалуй. Ну, скажем, ночной визит для устранения объекта, заказ одной из кинокомпаний. Нет ничего проще. Услышал звонок. Ищет тапочки. Берет пистолет. Так, включает передатчик. Теперь убийце осталось всего 3 минуты. Вон как. А что еще? Зонтик. Зонтик. Бьюсь об заклад, что он встанет в нишу и зонтиком откроет дверь. Вот и все. А вы молодец. Молодцом. Как продвигается дело с переворотом в небольшой солнечной стране? Твердо намерен представиться твоим родителям и сделать тебе предложение. Ну, наконец-то. А я уж думала, что ты никогда не решишься. Прости, я думал. Теперь думать буду я. Твое дело одеться поторжественнее, купить букет цветов и ждать меня в 6 у центральных колонн слева. В 6 у центральных колонн слева. Насколько у вас назначено похищение президента? На 5 часов. Перемените на 6. Киношники просили. Что-то у них там по свету. Вот она. Девчонка сама вас выведет на него. В 6. У центральных колонн слева. 6. С цветами. С цветами. 6. С цветами. У колонн слева. Один труп. Включите телевизор, комиссар. Прав человека! Там, вдали от Родины, я слышал ваши мольбы. И вот я здесь. И я говорю вам, вы хотите землю? Пожалуйста, берите ее! Вы хотите свободу? Возьмите ее, она ваша! Да. Прошу прощения, комиссар Гард. Да, я слушаю. Я вам рекомендую включить 5-й канал телевизора. А что случилось? Какой телевизор?
Я вам очень рекомендую включить пятый канал. Годы, проведенные вне Родины, я понял, вот